После зимнего учебного марафона весне больше всего рады школьники. Однако появилась информация, что из-за долгого карантина весенние каникулы могут сократить или вовсе отменить. В городском управлении образования эти слухи опровергают. Расписание каникул для каждой школы индивидуально, но число дней отдыха для учащихся сократить не могут. Есть некоторые сроки, которые мы рекомендуем школе, и, как правило, они в основном в эти сроки укладываются плюс-минус 1-2 дня. Но общее количество каникулярных дней по году, оно всеми школами соблюдается. И в данном случае ни карантинные мероприятия, ни, допустим, отмена учебных занятий или представление из-за каких-то там морозов, допустим, из-за погодных условий, не могут повлиять на время каникулярное. Поэтому я думаю, что родителям не нужно беспокоиться. Вот, и на каникулы школы выйдут своевременно, согласно тем графикам, которые у них утверждены.